Всем привет, с вами Дима. Сегодня я покажу эту рыбу, только другой режим. По сети там режимчик один. Помните, я рассказывал, что там скучно, там, не знаю, некоторым может понравиться, некоторые любят PvP. Я там покажу вам режимчик. Вот, играть. Выживание. Сетевая. Мне проще случайно найти сервер. Потому что некоторые сервера. А мне пофигу просто. Это все сервера PvP. Хоть картинка зомби, но это PvP. Там каждый друг друга убивает. Каждый там себе ищет что-нибудь, как бы завладеть им. Да, я сейчас только что пришел и решил заснять видео. Вот мы появились, что-то пишут нам, читать не будем, а будем искать, где бы нам укрыться подальше от игроков. Интересно, тут игроков нету? О, бита. Я люблю биту, бейсбольная бита. Хотя бы оружие еще есть. Нафига мне еще вторая бита? Вы издеваетесь? Бита всех побьет. А это что? Ну-ка. Тухшее молоко. Не, это отрава. Ням-ням-ням. О, витаминчики. О, ранит. Давайте оденем. На, дети. Не-н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 е. Я бежать, тикаем. Тикать нафиг. Я видел, какое у него оружие. Напишите в комментарии, что у него было за оружие. Делайте на паузу там, посмотрите. Я вроде думаю, что это был молот. Да, это молот. Нет, я боюсь. Я не трус, но я боюсь. А, стахни кат. Я боюсь. Ну, только подойди. Я тебя убью, только подойди. Попробуй только подойти. Странно, что он голый. Он голый, вы в курсе? Вы видели, что он голый? Ладно, сюда идем. Вот тут чатик. Логите, я на кладбище. Я могу... Так, лис. Пустите. Некоторым я не верю, потому что врут нагло. Помогите, я на кладбище. Ой, я как будто сам знаю, где это кладбище. Мне тачку найти где-нибудь, давить всех. А это бесполезно. Что у нас есть? А штаны у нас есть? Ой, я без штаны, команда. Они, ну, хотя бы... О, все, штанышки появились. Тут можно не бояться, потому что это сервер просто PvP там. Другие, которые я завтра покажу видео, там как бы отравление будет. Идти такой газ, там надо на безопасной территории находиться. О, костерчик. Как его развести, интересно? А что тут лежит у нас? Кухонный нож. Да, кухонный нож. Опасное оружие. Кольт. Вот. Ну, кольт, пистолетик неплохо, будем стрелять. Так, подождите, надо найти, кого бы застрелить. Кто будет приставать? Главное не наткнуться на игроков на тачке. Тачка очень серьезно давит. Да, да, это вас и все. Что-то мне тачка не подпадается. А это что такое? Сгнивший помидор. Честно говоря, есть хочу. И мне пофиг на отравление. Опять отравление. Кто едет? Кто едет? Я не еду. Я еще машину себе не нашел. Если даже найду, угоню машину какую-нибудь, может быть.
Найду машину, буду подвозить. С машиной мне ничего не страшно будет. Потому что буду подвозить игроков. Хоть они не медные, просто будут подвозить так. Блин, я забыл. Я что-то кое-что забыл. Да, я вспомнил. Игроки некоторые, если тебя стрельнут, хоть в машине ты находишься, ты все равно можешь умереть, даже в машине. Спецназ вниз. Не, мне эти брюки сойдут. Дробь, это у меня дробовика нет. У меня дробовика нету, так что... Так, глюк. Это можно выбросить. Максимум. Да это можно сбросить. Возьмем глюк еще. И вот этот. Я полный пистолетов. Так. Кажется, мне ничего не страшно. Так, джинсы. Что бы еще мне поискать? Да, здесь вам тоже понравится это видео. И хотя бы наберется 15 лайков. Если даже не наберется, я все равно буду снимать. Не нравится, можете ставить лайк. Нравится, можете поставить лайк. Если хотите, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. А так, спасибо за вчерашнее. Вчера вообще был радостный. Из-за того, что у меня такого никогда не было. Всем спасибо, кто меня смотрит. Чувак, я тебя не боюсь. Серьезно? Чувак, руки вверх. А, блядь, я знала, что он идет. Вот как бы есть доказательство, что тут все друг друга убивают. Видите, даже не попал, но все равно убил меня. Вот, видите, убил меня. Гад, скажу. Из-за этого не люблю вот это. Потому что это скучно, конечно, всего лишь. Но некоторые любят подраться. А я не очень. Кто-то истреет просто. А! А почему ты бьешься? Просто спросите меня, почему ты бьешься? Почему ты бьешься? Скажи мне на милость, почему? Вот тряпка. Все, нет тряпки. Почему тебя я не могу ударить? Скажи мне на милость, почему я не могу тебя ударить? Кажется, это ловушка. Фух, а я уж думал, что это ловушка. Потому что тут бывает иногда иной ловушки. Как, например, вот это. Видите? А, блин, мало хп остается. Так, это тоже ловушка. Сам в свою ловушку попался, отличника. Да чего же дожили тут? Сам в свою ловушку попадает. О, а что тут? Палка. И добери ты уже палку. Ой, а это была ловушка. А я и думаю, почему я не мог взять? Честно говоря, когда я играл, у меня не было таких ловушек. С вещами. О, молоточек. Есть хотя бы оружие. Есть. Холодное оружие. А мне бы горячее оружие.
найти. Тут не было горячее оружие найти. Из всех. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все. Так. Сейчас. Сейчас, вот. Футболку встала, все плавно. Чисто, тихо. Если что, там будет посторонние звуки, извините. О, лестница. Зачем мне туда? А серьезно? Тут же так можно в дом проникнуть. Нет? Да? Да. Спортивная майка и полосатая серая кофта. Я возьму полосатую серую кофту одеть. Серо-голубые джинсы. Не, у меня есть джинсы, спасибо. Спасибо, но у меня есть джинсы. Можно я на межу PvP сервера? Помните, я попал палка? Здесь не могу что-то. Похоже, не могу. Ай, а это ловушка была. Так, чё встал? Не, ну в ловушку по хэшток. Скотч. Для чего нафиг скотч? Ладно, всем пока. С вами был Дима.